Когда энергия молнии падает на землю, она распространяется по поверхности земли, и тогда ночью все растения начинают светиться. +245 000 вольт плюсовая энергия. Фильтр, диод, каменный уголь, атомарный водород, бикарбонат. Как видите, выходит атомарный водород. Конечно, все выходит наружу, но некоторая часть все же остается на воде. Обыкновенные древесные угли. Слюна. А еще она светится в темноте. Это называется эффект дракона. Плюс выходит, минус входит. Водород атомарный, она плюсовая. Поэтому она притягивается. Минусом притягивается. И кровь превращает в стволовую клетку. Стволовая клетка идет и восстанавливает поврежденные участки. Меняет старые клетки на новые. Диод высоковольтный, потому что умножители создают не только плюс, но и переменную частоту. И чтобы фильтрировать ее, нужны диоды. Видите? Каменный уголь битуминоидный. Вот, видите? Она плохо проводит высокое напряжение. Поэтому опасное высокое напряжение превращается в безопасное высокое напряжение. Все изолируется пластиком, тазом. Один строечник питает 3 умножителя. Второй строечник через эти конденсаторы переводит переменное напряжение через диод к этим 4 умножителям. Вот этим. Видите? Вот это точка А. Вот. Самодельная. Умножителя такого нет. Это делается очень просто. Ну и соединяется все стандартно. Диодный мост, второй диодный мост, первый генератор, 2 резистора, второй генератор, 2 резистора, фильтр, транзистор, этот транзистор. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 телевизоров. И то, что мы собрали из мусорки. В доме просядут балки. И если опустить руки, протечет. Мне надоело потроширивать все эти телевизоры. Потроширую, потроширую. Она создает 235 000 вольт. Это каменный уголь. Она фильтрует напряжение. Ну и последняя инструкция хранения аппарата. Чтобы ее не украли другие, ее надо класть под кровать. Хе-хе.
Кет. Главное анонимность. Наноиголки. Наноиголки.